задать еще один очень красивый вопрос. Однажды разлука, вдоволь натешившись чужими судьбами и слезами, возвращалась домой отдохнуть. И вдруг увидела влюбленного. И подумала, подойду, попробую, а вдруг получится. Она подошла к влюбленному, заглянула к ним в сердца и увидела огромную любовь. И она поняла, что не справится. В следующий раз она заглянула к ним, когда у них родился первенец. Малыш не спал. Не беспокой, я обычный ходит. Мама качала его на руках, отец был рядом и разумно пробирала. Ну вот, сейчас. Мне бы только чуть-чуть увидеть в их сердца устрашение. В следующий раз она заглянула к ним, когда у них уже родились еще двое детей. Жена в тапочках на босоногую в халатике жарила котлетки. Муж пытался устроиться на диване для того, чтобы посмотреть футбол. Дети ползали по нему. Я сколько подумал. Может быть, сейчас? И мне бы только немножечко в их глазах увидеть. Она закрыла мне глаза и увидела уважение. В следующий раз она заглянула к ним, когда им было уже по 80. Она подумала, ну что сейчас их может держать вместе? Дети разъехались, уже и сынок. Она заглянула к ним в сердца и увидела благодарность. Я хочу, чтобы эта история была про вас. Чтобы ваши сердца жила невероятная любовь, уважение, восторг, восхищение и, конечно же, благодарность. Благодарность за этот день, когда вы друг другу сказали «да» на веки вечные. Давайте же поднимем бокальчики. Вы готовы? Пошли на какой-то конкурс, пойдем, милый. Пойдем, пойдем на серединку. Пойдем, пойдем. А папа сейчас будет участвовать в конкурсе. Павел, Павел, выпивай, выходи, пожалуйста. Пойдем. Дорогие друзья, встречаем визитчат нашей свадьбы. Потрясающий Павел, аплодисменты. Прошу вас, Павел. Прошу вас, Павел. А что бы вы хотели из конкурса? Что ты хочешь? Веселая, подвижная. Веселая хочешь? Ты хочешь, чтобы весело было, да? Хорошо, Пашенька. Тогда выбирай себе девушку и выводи ее. Потому что одно надо веселиться. Как? Давай. Дай Бог, что так. Давай, смелее. Дорогие друзья, простите, пожалуйста, но душа Павла просто веселее. Артем, я понимаю, что, может быть, у вас душа еще не настолько весела, как у Павла. Но желание гонит закон. Нормально, да? Все хорошо. Теперь, дорогие друзья, наверное, для меня это шок, но вообще-то мне молодожены говорили, я на Пашу с первого тоста закончу конкурса. Вы чуть-чуть ошиблись, влюбленные. Паша со второго конкурса, со второго тоста захотел конкурса. Но, в принципе, все предсказуемо. Я готова. Я готова. Мальчики, найдите, пожалуйста, брейкера. Ребят, давайте к технике не будем подходить. А я прошу, Павел, вот сюда вставайте. Как зовут вашу подругу? Леночка, вставайте сюда. Артем и... Вот сюда, пожалуйста, вставайте, чтобы вам было видно экран. Молодежь, пожалуйста, пройдите за стол. Ты почему все время ты хочешь, чтобы тебе был провод? Так, все готовы? Итак, ребят, у нас впереди будет танцевальная часть. Это естественно. Малыш, ты слышишь, что я сказала? Не, он уже дергал два раза. Давай, иди посиди немножко с мамой. Паша хочет веселиться. Итак, значит, смотрите, правила очень простые. У нас танцевальная разминочка. Мы немножечко готовимся к танцевальному, танцевальным развлечениям. Паш, все, что будут показывать на экране, ваша задача максимально точно повторить. Артем, то же самое. Все, что будет показывать на экране, ваша задача максимально точно повторить. Павел, как мы назовем ваш танцевальный коллектив? Караоке.
отлично, караоке. Артем, чем мы ответим Павлу? Караоке. Итак, дорогие друзья, аплодисменты танцевальному дуэту караоке. Погромче, а пошуми. Спасибо. Аплодисменты танцевальному дуэту караоке. Пошуми. Итак, все. Молодежь, я могу вас попросить барной строчке пока дойти? Мне еще получится танцевать, потом я что-нибудь для вас для этого сделаю. Итак, прошу все внимание на экран. Вы, смотрите, как делать, Артем, посмотрели на экран, но выступаете перед гостями, повернулись и повторили движение. Поехали, танцевальная разминка, первое движение, запомнили, повернулись гостям, повернулись, поехали, аплодисменты, простите, Павел хочет. Артем, повторяли, Артем, вот так вот, аплодисменты, поза номер два, поехали, работаем, повернулись гостям, повернулись. Да, лучше много мальчика это делать, конечно. Давайте. Тёма. Да ладно. Отлично. Поехали. Поза номер три. Романтичная. Работаем. Молодежь, я просила туда пока не выходить. Дети, шаг назад. Ребят, ну это очень красиво. Поза номер пять. Павел, внимательно, посмотрите, сейчас сложнейшее движение. Нет, Павел, ты выступаешь перед молодоженными гостями, разворачивайся. На раз, два, три. Не-не-не-не, Тёмочка, вставай. Прости, что ты хотела быть игрища, можешь подумать. Итак, Павел, на счет три вы подпрыгиваете. Раз, два, три, и... Ладно. Поза номер шесть. Все, поехали. Поза номер шесть. Отлично, аплодисменты. Поза номер семь. Дракончики, повернулись к людям. Паша, повернись, не упусти ее чуть-чуть. Артем, это очень красиво. Паша, видимо, вкусно. И последняя поза. Стоп! Это шутка, не надо. Это фигурное катание, а то Павел может сделать. Коля, не шути, да? У нас есть Паша. Я знаю, Павел, я-то в курсе, Коля нет. Итак, дорогие друзья, вы размялись, все верно? Вы размялись, теперь вам нужно просто-напросто повторить фрагмент из кинофильма. Прошу сюда, обе пары. Это у нас как бы кулисы были. Кто выиграл, поаплодисменты, это кто его знает. Дорогие друзья, Павел очень волнуется, кто выиграл. Так что вы там вот так думаете. Итак, все внимание, Павел и Леночка. Смотрите внимательно на экран. Сейчас именно этот танец вы будете повторять. Павел, ты в этом клипе темнокожий мачо. А Леночка твоя подружка. Вот ты, Павел, с коленом отработал. У вас идет волна с Леночкой. Смотри внимательно. Ты ее убиваешь. Смотри внимательно. Лена берет жизни у людей. Дальше, бутербродик, вы выпендриваетесь, и Павел ставит точку. Все. Прошу, Павел, к барной стоечке. Леночка, прошу напротив встать. Дети, сколько раз мне объяснять, чтобы вы перед проектором не бегали? Леночка, ты сюда, моя хорошая, вы тут сходитесь. Молодежь, несколько движений вот сюда, поближе к невесте бегу. Давайте покороче невесту бегите. Все готовы? Паш, я все буду подсказывать. Вы работаете на гостей. Итак, вот это движение, Паша. Вот это движение, сходимся. Ага. Итак, приготовились? Поехали! Сходимся! На молодоженов поворачивайся, Паша, выпендривайся! Колено! Бери Лену за руку! Волна! На гостей! Убивай ее! Павел, убивай ее! Да что ж такое, Павел? Ладно, будем против! Павел, выпендривайся! На гости и сдать точку! Павел, точка! Спасибо, Павел! Ой, я не могу! Молодец! Аплодисменты, Павел! Присаживайтесь! Павел, куда вы? Ваша Елена здесь. Итак, Артем и Катя, прошу вас сюда, чтобы ознакомиться с вашим танцевальным отрывочком. Итак, Артем. Не-не-не,
Артем, ты рано пошел. Давай запомним сначала все. Значит, смотри, Артем. Это ты. Катенька. И вот тут ты его отодвигаешь. И вот прямо проткни, понимаешь, Артема? Прямо крашивай. И вот Артем завелся. И вот здесь уже безудержное веселье вас не остановить. Все. А дайте, пожалуйста, кто-нибудь сумочку нам. Вон, я вижу. Тём. Можно сумочку? Да, Артём. Ты готов? Все, вешаем. Вставайте посерединке. Прошу вас, посерединке вставайте. Ты за мужчину. Ты мужчина. А ты не видел в танце, что всё у него было? Он с ней танцевал. Так, сюда вставай посерединке. Смотри только на нее, на экран смотреть не нужно. Все. Приготовились. Положи руки на талию, ты на пояс. Все. Танцуй вокруг, вокруг. Вокруг, вокруг, вокруг. Кружочек сделай. Остановились. Остановились. Давай. Завелся. Бери руки сумку. Завелся, Тема. Тема совсем завелся. Боже мой. А я еще ставку на Пашу делала. Не знаю, Павел, с такими конкурентами, походу, ты продолжил. Прошу вставать рядом по аплодисментам. Не я решаю, решают гости. Я не знаю, Артем. Я не ожидала. Ой, просто огонь. Давайте, пожалуйста, вставайте рядышком. Дорогие друзья, если вы считаете, что победил дуэт танцевальной караоке, то ваши аплодисменты, прошу. Кричать, шуметь. Если вы считаете, что победил танцевальный дуэт караул, ваши аплодисменты и пошуметь. Паша, айда пить водку. Нынче не ты победитель. Аплодисменты Артему. Мы вам сделаем то, что он победит. Где подарок, Яна? Я отвечаю тебе, Павел. А мы сегодня с молодоженами решили не дарить вам чупа-чупсы, жвачки, вонючки в машину. Мы решили сегодня подарить 3 шикарных подарка. Один от жениха, один от невесты и один от тещи и свекрови. Это наоборот хорошо, 3 пары смогут выиграть. Итак, дорогие друзья, мы смотрим внимательно, кто сегодня делает настроение свадьбы. И в конце свадьбы, по итогу ваших веселий, мы подарим вам суперпризы. Все понятно? Если будешь веселиться. Дорогие друзья, я прошу поднять бокалы. Вы готовы? Бокальчики все поднимаем. Слушайте, ну после какого танцевального конкурса мне остается только сказать одно. Дорогие влюбленные, идите по жизни, танцуя. Ну а что вы будете танцевать? Танго, рок-н-ролл, жигу-жан. Или самбо? Это уж решать вам самим. Иногда не происходит. Друзья мои, поднимаем бокальчики. Прошу, за влюбленные, краеплённые гибки! Ура! 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 Вам и начинать.
дорогие Оля и Катя, мы от всей души вас поздравляем с этим хорошим, светлым днем. И чтобы у вас всегда была такая любовь, какая сейчас, никогда вы... Любите друг дружку и внуков любви. Спасибо. Ну, минутку, пожалуйста. Очень надо. Внучку надо. Да, обязательно внучку. Ну, ты тоже. Ну, внучку. На 10 лет планов накидал. Да. Так, и снова внучку. Так, что вы это, расстраивайте, пожалуйста. Как вы это... Дорогая моя любимая доченька, дорогой Коля, дорогой сынок, я поздравляю вас с этим знаменательным днем. Не буду скрывать, как любая мама, я представляла себе свадьбу своей дочери. Где-то в глубине души я очень хотела, наверное, этого, как любая мама. Но оказалось, что сегодня я не готова к этому. Я не готова отпустить все мои воспоминания, все, что было связано. Это любимая, единственная, самая родная моя доченька. С того момента, как она родилась, с того момента, как мы примеряли первые туфельки на каблуках, с которыми мы спали в маленькой кроватке в обнимку, 3 дня не снимая их. С того момента, как мы пошли совершенно неожиданно в первый класс в 6 лет, гуляя по Анапе, и вдруг она решила, что ей нужен портфель, и она пойдет в первый класс. А во дворе 30 августа. Первый класс об этом не знал. Как в 16 лет она закончила школу и хватило взрослой жизни здесь, в Екатеринбурге, поступить в институт. Все эти воспоминания были только мои. И она была до этого момента только моя. Коля, теперь она твоя. Береги ее, цени ее, люби. Катя, уважай своего мужа, так, чтобы ваши дети могли гордиться вами так же, как горжусь вами я. Я отдаю тебе свою дочь, но принимаю свою семью сына. Хорошо. Давайте пойдем на кирпичики. Мужественности, целеустремленности. Не-не-не-не, смотрите, Катя первая стоит,
А вы вот так вытягиваетесь, шеренгу, все, ты как, там стоишь, а вы ко мне вытягиваетесь. Павел, пойдемте, пожалуйста, вы за кого, за мальчика, за девочку? Ребят, Артем, мы куда-нибудь выходим, мы за столом не остаемся. Один-один. Друзья мои, команда у нас прямо батл. Почему-то малую я уже считаю. Конечно, малая, посмотри, как стоит, играют. Значит, смотрите, мы с вами договариваемся. Если команда выиграла, а в данном случае у вас бал, и у вас бал, у нас прям настоящий батл, мы танцуем танец победителей. Ноги чуть-чуть на ширину плеч, чуток присели, ручки вперед. Поехали! И прыжок через дверь! 1-1. Друзья мои, это команда девчата, это команда пацаны, счет равный, но кто в конце батла выиграет, тот у них победить будет. Смотрите, дети очень любят покричать, правда? Шумный народ. Ну мы все там были в детстве, все орали, визжали и крюкали. Все нормально. Значит, смотрите, первый батл у нас покричать. Ваша кричалочка будет такая: мы хотим пацана. А ваша кричалочка будет такая: мы хотим девочку. Репетем. И... Мы хотим пацана. Мы хотим девочку. Вы пробуете? Мы хотим пацана. Вы пробуете? Мы хотим девочку. Мы хотим пацана. Вот. Мы хотим девочку. Готовы? Все готовы? Ноги на ширину плеч. Чуток присели. Вы еще присели. Побежали. Все, мальчик, давай. Друзья, надо нам разобраться. Кто первым родится на свет? Я сейчас только тело. И слышу почетче ответ. И... Мы хотим пацана. Мы хотим девочку. 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 Мы хотим девочку. Мы хотим пацана. Мы хотим девочку. Что я даже не поняла, кого вы первым хотите? Девчонку, а пацана! Понимаете? Вот сейчас ваши представители
команд под каждый комплекс упражнений, который надо делать вечерком, чтобы получилось или девочка, или пацанчик. Артур, я после первого конкурса ваша фанатка. Я прошу вас встать вот сюда прошу. Яйца, рыбку и танцевать тот комплекс упражнений, который покажет Артур. Артур, ты готов? Стой! Мы сейчас с тобой красиво сходимся. Смотри, Артур, ты идешь ко мне так, как будто бы у тебя ветер в волосах гуляет. Ты готов? Не торопись, я здесь. Привет! Привет, малышка. Что говорят, ты прямо жжешь на танцполе, да? Жгу немножко. Что говорят, знаешь комплекс упражнений, которые надо показать, чтобы пацанчик получился? Когда ты знаешь? Вспомнишь для другана? Не знаю. Ну скажи «да». Да. Как ты красиво говоришь «да». Можно мне еще один вопрос, чтобы услышать «да»? Да. Возьмешь мою ипотеку на себя? Нет. А я не ипотечная. Ну все, готов? Поворачивайся спиной. Готов? Так, не надо, чтобы встали шаг на порядке. Надя, ты шаг вперед. Да. Только моя шаг вперед. Ты за. Ты шаг вперед. Чем? Ты куда? Ты вот здесь. Все, вот в первом ряду. Да нет, ты вот с ними. А вот Чёма тебе показывает комплекс упражнений, которые надо делать вечером вместе с Катенькой, чтобы получился задорный и веселый пацанчик, как Тёма. Тёма, давай показывай комплекс упражнений. Поворачивайся, команда снова повторяет. Первое движение, показывай любое движение. Движение называется ладушки. Ладушки с компаном. Следующее движение менять. Давайте, еще показывай, показывай, девочки, давайте. Показывай, пусть повторяют, давай. Так, и еще какой-нибудь, короночку еще такой. Давай, любое движение. Так, вот что танцуй, не повторяй, давай, просто танцуй, давай. Вау, это называется движение в миксе. И его надо все время делать, чтобы получился пацанчик. Аплодисменты! Ну, это очень круто. Я не знаю, как вам удастся переплюнуть Тему. Но за девочек должна танцевать девочка. Кто у тебя из девчонок? Прям огонь. Князки. Катя. Ты готова? Катюш, выходи, пожалуйста, в серединку. Вы стоите в шахматном порядке. Папа вперед. Невеста, вот сюда. Катюшка, вот сюда. Папа. Папа сюда, сюда, и мамочка вот сюда. Вот, мы все красиво встали, шаг по порядочке. Все. Ты вставай сюда, спинкой вставай, и они все будут видеть. Сюда показывай. Итак, а сейчас, Коль, приготовь, пожалуйста, разливаю мороженое на распашку. Паша, я красавец или что? Итак, поехали, все готовы? Итак, поехали, начинаем. Да танцуй хоть что! Поехали! Туда-сюда обратно! Бедра давай! Повторяй! Давай! О! Ага! Змея называется! Повторяю! Папа, огонь! Молодец. И последнее движение. Катюша, давай. Оп. Называется футбол женский. Спасибо большое. Папа был потрясающий, но все-таки Артем, тебя не переплюнуть. Команда девчата, вот так ручки сделали. Команда пацаны, вы готовы? Поехали, танец победители! Дорогие друзья, мне надо дальше проводить конкурс, но меня предупредили.
сестры. А потом мы продолжим. Давай подумаешь, мне нехорошо. Кошмар на кожаном ходу, я полетел на улицу. Если ты полетел, и припадает тому арку, ты устала от ума. В городе билет грозой парит, проиграл на выезде зенит. Друг погода быть кривой, настроение билет ему, все на свете жить. На понтах я парень свой, мне козыряет нас с тобой. От большого дома два шага, по пронес как по небу шагал. Так как хулиган не раз, что возьмешь по пьянке с нас, пальцы откатал. Спасибо большое! Аллилуйя! Аллилуйя!
большой любовь. Я вам много раз. Спасибо большое. А теперь вы вдвоем за этот расколбас. Спасибо большое. Мы любим вас. Аплодисменты. Просто понимаете, куда воздухи не ткни, везде ржачий юмор, понимаете? Сегодня все пропитано неожиданностями. Павел, скоро будет Розенбаум. Я тебе еще кроничу на начало. Смысле? Здрасте, я готовилась к встрече с Павлом. Надежда, мне сразу сказали, будет особенный гость, Павел, который не будет танцевать под твои незабудки, который не будет танцевать ни под что. Я говорю, а под что, не стали? Качай, бронишь ли Розенбаума, иначе он тебя просто сравняет с Плинтусом. Понимаешь? Да, Паша?